Уважаемые фермеры, мы находимся на экспериментальном поле Деханина Сельтаева Куаныша. Здесь вот на предыдущем видео было показано поле, где было высажено гибрид Royal Vantage фирмы Саката. А в данном поле высажен гибрид Supreme Vantage, тоже той же фирмы Саката. В отличие от Royal Vantage, Supreme Vantage, он отличается более скороспелостью, но в то же время также отлично переносит жаркую погоду. Хорошо стоит в поле, не растрескивается. Листья голубовато-зеленого цвета. Качан снаружи зеленый, внутри нежно-белый. Мякоть. Листья вот сами, они чисто белые. Белые вот чуть-чуть, это самое, желтоватым оттенком, но вкус отменный. И они тоже вот имеют высокую устойчивость к стрессу, устойчивость к фузариозу, и что является залогом получения стабильных высоких урожаев.